ФБР, с кем вас соединить? Агента Моузли, пожалуйста. Агент Моузли. Слышал, вы нашли много денег. Кто это? Законопослушный гражданин. Проверьте свою электронную почту. Только сядьте, чтобы не упасть. Успокойтесь, я нанял других людей, это лишь вопрос времени. У тебя нет времени. В Нью-Йорке пришлось все остановить, поставок нет. На мои звонки ты не отвечаешь. Только сегодня я потерял десятки миллионов долларов. Все будет хорошо. Исправь все, или не возвращайся. Пошел ты нахрен. Мистер МакКоу. Николас. Ваша жизнь взамен их. Кого их? Вам лучше ответить. Да. Мистер МакКоу? Ралфи. Они пришли в магазин, когда мы закрывались. И у них оружие. Кто с тобой? Дженни, Брайан, Джей и Маркус. Что Стой. Происходит? Мы... Я не хочу Мои люди убьют их через 30 минут. Если ты не приедешь через 29. Ты знаешь куда. Здесь до сих пор повсюду запах гари. Готовься.